Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня вы просили, я вам делаю цветы крючком, вот эти, которые у меня на топике цветы, и еще один вариант спицами. Показываю в этом видео два варианта цветка, вот у меня связаны спицами, нитки потолще я взяла, чтобы вам было хорошо видно. Вот, поэтому цветок получается больше. Если будут тонкие нитки, он тоже получится вот такой вот маленький. Значит, первым я буду вязать крючком цветок, который у меня на топах, но писали девчонки, что не все умеют вязать крючком, поэтому будет два варианта. Значит, первым делом делаю 5 воздушных петель, цепочку из 5 воздушных петель. Замыкаю в кольцо. Делаю 3 воздушные петли подъема. И далее столбики с накидом. Семнадцать. 17 столбиков с накидом и замыкаю это колечко из 17 столбиков. Делаю 3 воздушные петли и теперь из каждой петли я вывязываю 5 столбиков с накидом. Вот из первой я вывязываю 4, потому что у нас тут петли подъема, а далее по 5. Значит, 3, 4, 5. И так продолжаю из каждой петли вывязывая по 5 столбиков с накидом. Итак, когда мы закончили это все, да, мы вернулись к началу. Здесь я соединяю это все дело полустолбиком вот таким вот образом, и все, и нить обрезаю чуть побольше, потому что этой нитью я потом сшивала, вернее пришивала их, да. Потом я продевала эту ниточку, я просто показываю, и вот таким вот образом перемещалась сюда, вот, чтобы не было узлов, я просто эту нить потом пришивала. Так, что касается камешков, еще один вариант, вот этот больше, видите, этот цветок у меня больше, этот меньше. Вязала точно так же, как и этот, только вот в последний ряд не столбик с накидом, а столбик с двумя накидами, и получились вот такие вот побольше лепестки. Полностью точно так же, как этот цветок, только столбики с двумя накидами. Вот. Здесь у больших, видите, в центре у меня одна бусина. Ну вот по поводу бусин это тоже смотрите, что у вас есть. Можно сюда пришить красивую пуговицу в центре, и тоже будет очень красиво. У маленьких цветочков одна большая по кругу, один ряд маленьких, а здесь два ряда маленьких. Вот он наш цветок. Теперь вяжем спицами для тех, кто не умеет крючком. Значит, вот он наш спицами. Набираем 100 петель. Нитки толще, поэтому цветок больше. Если будет 600 метров в 100 граммах, как в этом образце, то будет, соответственно, меньше цветок. Да? Раз, два, три, шесть. 100 петель. Итак, 100 петель у меня. Теперь первый ряд я вяжу резинкой 1×1. Потому что, чтобы не закручивались краешки, да, значит, одна лицевая, одна изнаночная резинка. Один ряд всего. Это просто, чтобы ровный край был. И далее чулочной гладью. Три ряда. Так. Так, один ряд я провязала. Теперь вяжу один ряд лицевыми петлями, один ряд изнаночными петлями. И один ряд лицевыми. Всего 3 ряда. Вот она, видите, чулочная гладь. Так, смотрим. Я провязала
три ряда, вот видите, и сейчас у меня получается я в изнаночном ряду. И теперь что мы делаем? Значит, всего у нас провязано 4 ряда, в пятом ряду по узору мы все петли провязываем по 2 вместе, прям до конца ряда, вот таким вот образом провязываю я до конца ряда. И теперь шестой ряд, то же самое, только лицевыми петлями. Смотрим по узору, просто то же самое, по 2 вместе. То есть в каждом ряду мы уменьшаем количество петель в 2 раза. Здесь вот осталось, видите, 4 петли, поэтому я провязываю вместе даже с кромочной. Оно тут ничего не будет видно. И третий раз все точно так же, еще раз изнаночными петлями мы провязываем по 2 вместе. Сейчас можно эти петли стянуть, а можно еще раз провязать еще один ряд по 2 вместе, и петель останется совсем мало. Смотрите, девчонки, сами на свое усмотрение. Вот именно последний четвертый ряд по 2 вместе нужен вам или не нужен, это уже так по визуальным ощущениям. Вот я провязала 4 ряда, теперь нить обрезаю, продеваю в иглу, и эти все петли я стяну, которые у нас остались. Очень просто вяжется на самом деле, использовать его можете его куда угодно, это просто как вариант для топа, а использовать можно везде. Так вот я протягиваю, да, оставляю маленький узелочек, вернее такую петелечку, и стягиваю. Вот эту нить я оставляю здесь, а вот этот, вот этой, которая осталась после набора, я его сшиваю. Вот, потому что у нас здесь, если крючком нить остается сверху, то здесь у нас нить остается снизу. Можно его связать в круговую, предвидя вопросы, сразу вам отвечаю. Я показываю как для новичков, чтобы попроще и без заморочек. Да? Вот он, цветок наш, девчонки, с спицами. Вот такой вот. Ну и, соответственно, украшаем. Как кому вздумается. Можно вот так вот двойной делать цветок. Да, тоже очень красиво получится. Сюда пуговицу красивую. Вот смотрите, видите? Такой вот двойной красивый цветок, я думаю, красиво. Но это, конечно, не на топ двойной, это куда-то в другое место для украшения. Все, девчонки, на сегодня все. Я думаю, угодила всем вязальщицам, крючком и спицами. Вот я с вами прощаюсь, с вами была Вика из школы рукоделия. Готовлю эскиз для фото. Вот. Красиво? Нет, не очень. Вот так вот мы как-то. Все, девчонки, всем пока.